черной плесенью на стенах, без воды и с худой крышей. Дом в историческом центре Ульяновска 1917 года постройки уже давно отслужил свой век, но люди в нем так и живут. В доме номер 24 по улице Мира 9 квартир. В одной из них нам удалось побывать. В гости мы пришли к Екатерине Коптеловой, счастливой обладательнице квартиры номер 7. Екатерина Алексеевна провела экскурсию по своему жилищу. Все вышеописанные прелести в наличии. Вода подается на час. За это время хозяйка набирает воды в бутылки и ведра, чтобы была возможность помыть посуду и смыть унитаз. Екатерина проживает в этом доме с 1982 года. За это время ремонта она не видела. Кровля протекает у нас, лет 10 с лишним уже. В 12 или в 11 году у нас уже было обрушение потолка на кухне. Ладно, из детей никто не пострадал. Произошло это ночью. Дело в том, что в квартире прописан 9-летний внук. К счастью, он живет на съемной квартире вместе с мамой. Старший же внук Сергей помогает своей бабушке ежедневно. Однажды ему даже пришлось соорудить инженерную конструкцию для отвода воды. Когда дождь идет, снег тает, чтобы... Обычно здесь лужа бывает и воды по колен. Но для того, чтобы не на голову падало, вот вода капает сюда и вытекает, и все это идет на улицу, вытекает. Сами делали, что ли? Да, Сережа вот. Хозяйка показала все достопримечательности и достала увесистую стопку бумаг. На протяжении 10 лет Екатерина писала и в мэрию, и в управление ЖКХ, доходила дело и до прокуратуры. Просила она и о переселении, хотя бы не для себя, а для младшего внука. С мольбами о ремонте также обивала пороги учреждений. Отписки и обещания сыпались ей одно за другим. В этом году появились новости о капремонте, но Екатерина уже никому не верит. В фонде модернизации ЖКХ нам ответили, что дом скоро отремонтируют. Прогнозируется в сентябре. Ремонт будет производиться быстро, дом маленький. Его выполнен будет в кратчайшие сроки. Сложно представить, что барак на Мира можно сделать пригодным для жизни. По-хорошему, дом бы снести и расселить, но не все так просто. Большинство жителей хотят остаться на месте и не торопятся переезжать. Может быть, кто-то из них надеется продать престижные метры в центре города, но это уже совсем другая история. Виктория Чиркова, Юрий Конихин, новости Улправды ТВ.